Ну, считается, что одна из российских мифологем, или признак нашей пресловутой мистики и особого пути, это тоже коррупция непобедима. Как говорится, борьбой с коррупцией занимаются коррупционеры и так далее, не называя никаких имен или там ссылаясь на что-то авторитетное мнение. У меня нет никакого рецепта. Я знаю, что с коррупцией все-таки можно бороться даже в России. Опять же, не поминая Некрасова, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Но ответ где-то есть в природе. И это связано, конечно, с политической, экономической и моральной волей людей, которые должны собраться в мощную, патриотичную, в хорошем смысле, команду. Но где же взять? Как хотя сказал один чиновник, но, как всегда, нет ясности по людям.